Очень важно уметь двигаться по сцене. Давайте поговорим о разных способах ходить по кругу. Обычно ходят прямо вперед, но двигаться такой походкой по кругу некрасиво. Это не похоже на танец. Поэтому, говоря о походке, мы должны подумать о том, что сначала вперед пойдет передняя часть ступни и опустится на пол. Вперед и вперед. При типичной походке ступня опускается вот так. Это не очень интересно. Но если вы хотите двигаться как танцовщица, вперед идет передняя часть ступни. Грудь красиво поднята вверх.